Макбаф. Короче, если Фарада не дает двадцатку, блядь, спасибо. Это, блядь... То Фарада уезжает на работу. Это не маг вообще. Времени. Почему он, блядь, этот... Мозер может давать двадцатку, а ты не можешь? Потому что Мозер не маг. Логично, да? Он казахский маг. Не, ханты на ходу могут поставать. А как известно, все казахские маги бегают с луком, да? Да, да, да. За оленями охотятся. Да кедра, потом после РТР делимся. Такс. Нет, не только в пандах. Катаклизма уже может. Вон, пусть и залетел. Я же говорю, пусть. Так, Гена, на тебе. Что? Кинь инвайт пусику. Так, дальше. Слобик пока что среда. Дайте тогда порт. Редбара не хилим. Первая фаза не претерпела изменений, да? Все ровно. Не, все так же. Как думаешь, может это оставить, блядь, сапфир? ДПС. Не, ну чё, возложением, да, защит. Лёша, не надо. Так, ладно. Рыба стоит. Ешьте рыбу. Не нужно кашу. Надеюсь. Все всё помнят. Да, ты в коте. Плыву, плыву, ебать. Чё? Все помнят, что надо делать. Все тут. Где? Здесь, блядь. Где здесь? В первой фазе? Так же бегаем двумя кемпами по кругу. Лёха, чё тут помнить, вон, пошли киля гир убивать. Давай 20к, вот, правильно. Инопланетянин уже правильные мысли пил. Там РДД в центр не смещались, так же они по внешнему бегают? Каску, пожалуйста, помоги мне. Да, метку поставить. Надо каску и МП5. Че там, какая очередность танков будет? Одну метку сюда поставить. Гена, тут шкаф уже под землю начал проваливаться. Потом да. одну метку. Еще обновите, и я лечу. Че там делаешь? И одну метку. Обновите, да, и прилечу сейчас. Вот, по кругу идем тремя компами. Мелики середина. Пусси, Марина. Я в центре, если что, в центре. Finisher.
Так, мне Брули выпал. Так. Все готовы. Короче, смотри, Брули, что делаем? Становишься сюда, берешь таунт босса, сразу разворачиваешь его на 108. И пошел по кругу. Касти перьев отбираешь, ну вот, и он тебе летит. Главное, ну где-то зашелуется с пула, да ё чё. Стой! Блять, ладно. Давайте не обожжёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Каст. Прибегаем. Ну где звездочку? Сразу, ну костер он не дамажит, сразу. Войско. Вот этого я забираю. Просто. Нужен диспелли. А чё, диспелла не будет, что ли, или чё? Жмём диспелли, там народ помогает. Нету диспелла. Блять, фул время ж прошло. Нужен сам с дебафом стоит. Моба. Чё вы подохли? Где контроль? Вон, смотри, три банина. Диспелла не было? Вообще не было. Вообще не было. Начистите. Не, подожди, развеивание 9, Женуэн 2 монород. Ну это начисли Женуэну 1000. Женуэн 9 рассеиваний дал. Чтобы Женуэн врубился. 1000 ему начисли. Да. Фарада. Быстрее вруби. Он же больше ходить не будет. Пускай не ходит. Да это лучше, чем... Да это лучше. Валенок, который, блядь, не может просто продиспелить людей. Ему не надо, блядь, тебя диспелить. Он должен диспелить всех. Это сапроты. Мы полегли, блядь. А мы сапроты пьем, да? Прикинь. Он просто раньше ДД фас. Да, все уроны от фаера уходят, а вы, блядь, даже сапрот не можете. Серьезно? Рыбу поставил. Я повис. Вышел из тела, и у меня экран закрылся. Аль, ты в 4 заходишь. Это просто вопрос. А кто ауру ставит от огня? По идее, должны доставать, если Сережа посередине. Смонять, а тут Долоран выкинул. Вот видишь, мало практики, мало практики. Люди даже мобов законтролят. Надо больше практики. Все мобы как шли, так шли, блядь. Хуй кто замедлил, диспелла нет. Их мой народ хорошо сделал. Один мой народ старается что-то делать. Или... Ни хера не делает. Так, дай приехал. Лапу. Лапу дайте. День. Еще далее. На этот рулет фарада готовы, нет? Да. Все готовы тогда по готовности. У троих людей нет сапрота. Кого? Давайте не обосрёмся, пацаны. Там дайте Геру кто-нибудь другой 30 секунд в откате еще. Че, поехали. Вот он, спрот.
кроме Делореса и Сак. Короче, не инопланетянцам. Инопланетянин. Кас. Кас. Прибежали. Ну, диспенсер, сюда первым. Скажешь, да? Да, скажу. Каст пошел. В чем проблема? Наверное, в том, что у нас три человека вперед побежали первыми. До каста. Мобов контроль будет. Че забирать? Блять, мобов за контрольте, вы че? Ложитесь. Пиздец. Где, блять, контроль нахуй? Локи за контролили, где, блять, замедление по мобам? Где же Нуэн, блять, твое замедление? Где, блять, вихрь? Где ко. Вот вторая фаза, блять, и все, и пизда. В чем проблема, я хуй его знаю. Каждого, блядь, жам, расставил. Блядь, заебал. Вставай, эй, салам алейкум. Войд на первом. Ну так, Войда не было, окей. Там я забил Войда. Второй. Там подохли. Понятно, почему. Втором подохли, потому что там танк. Все просто. Дальше. Скажите мне такую вещь. Блядь, почему вы бежите на вторую платформу? Когда вся орбитальная зона, вся, вообще вся орбитальная зона, блядь, должна стоять. Туда пролезешь. Вот там, правильно? Ну, немножко дальше. Ну, немножко. Грубо говоря, здесь. Да, немножко дальше и проверь. Поставь туда мет. Мы так и стояли. Да, все разбежали. Вот только почему? Почему, блядь, допустим, Полина делала что-то вон там, в той стороне? Блядь, я сейчас, наверное, туда не подлезу, но вы стояли вон там. Это даже метка не ставит. Вот, дальше. Что делает Нурвлет? Нурвлет на последнюю. Пусть и ты тоже на последнюю побудешь. Вы вдвоем стоите, ты Нурвлет-то хилишь, Нурвлет танчишь, плюс косты сбиваешь. Вы стоите последний, где желтая метка вот здесь. Вы стоите вот на последней платформе. Ты сказал, что вот там, где ромбик, там лужа. Но меня бил моб. Я отбежала в сторону. По сути, я стояла возле первого. Ребята побежали дальше. Знаешь, почему тебя моб бил? Я вот сейчас ловлю. Нет, объясни, я буду знать. Во-первых, твоя позиционка была, блять, вот здесь. Вот, да, я сейчас покажу. Вот здесь тут, у стены. Твоя позиционка вот была возле печеньки, сдохла ты возле печеньки. Нет, вот. Ты меня не путай, ты чего? У меня даже трупик там лежит, ты чего? Я там не сдохла. Ну, а кто там сдох? Не знаю, ты чего? Ну, я сдохла. Вон вот там стоял вот Пусси и Казум. Вот здесь вот Ром, вот там, где а я стояла печень, вот тут. Вот. Там был Пусси. Я не была там. Я не там сдохла. Я возле первого сдохла. Я Гоблина там видел. Гоблин ты один вроде. Нет. Кто еще Гоблин? Два Гоблина, два. Давайте найдем мы там рядом с Гоблина. Стояли и хилили тебя. Я ее хилил, но не удержал даже. Ее прошибал очень сильно. У нас два Эршама и два Гоблина, Леш. Короче, один гоблин стоял где-то возле печеньки. Я не стояла там. А о том, что вот кто стоял возле печеньки, там было печально. Блять, мне не вешаются эти бафы. Короче, сейчас перейдем на вторую фазу. Напишите, рассмотрите, пожалуйста, каждый подойдите. То есть растусуйтесь по всем фениксам. Не обязательно жить,
Не обязательно. Посмотрите, какие на вас дебафы будут, для какого феникса. Чтобы я их мог вписать, блядь, в хилбот, чтобы я эти дебафы отслеживал. То есть это повышенное агро, кому, допустим, босса не бить, то агронабор идет, на ком будут эти... Чтобы... тоже гоблин. Потом этот минус реген маны обилки и эти, на минус физ урон и на минус мах урон. Разойдите все вот эти, как они называются, именно скрины сделайте. Блядь, ты помнишь то, что нужно косты убивать? Да, косты это понятно. Я же назначил каждого человека, блядь, ну, то есть по каждому фильму. Нет, ты не понял. Вот этот, который они появляются, начинает свой каст кастить. Долгий такой, самый-самый первый каст. Ты про что еще? Ну, появляются эти вот фениксы. Только один каст можно сбить, и это он про него и говорит. Вот этот, ну, длинный каст, да? Который только станом сбивается. Ну да, типа ты заговорил. Да, ну просто, типа, я бежал сбивать в звездочку каст, и, типа, вот на третьей платформе никого не было, никто не сбил. А у меня станом второй был в КДРасовый. Я понял. Ну, сейчас что-нибудь подумаем. Мне просто надо сейчас... Чтобы мы перешли на вторую фазу, весь рейд разбежался по всем фениксам, без разницы как, вообще похуй как. И чтобы вы сделали скриншоты с названием дебафов, которые будут на вас. Чтобы я мог эти дебафы вписать, блядь, себе в хилбот и отслеживать дебафы, чтобы я мог конкретно анонсить ники, и чтобы вы подписывали там в Tellmeven, блядь, во всякую эту херню, чтобы вы могли сами отслеживать эти дебафы, потому что дебафы очень сильно, блядь, влияют на рейд. Ага, и мне бы еще айдишник узнать. Ну, блядь, ты айдишник название спыла узнаешь. А как сам дебаф, ты не узнаешь. Ну, вот мне нужно именно айдишник дебафа. Так вот, ну ты и проблема. Айдишник дебафа надо еще узнать. А мне его узнать надо видеть игом. Сначала узнать название, а потом посмотрю это ID. Короче, что по первой фазе получается? У нас один полноценный круг, да? Плюс половина круга. То есть за полтора круга мы переводим босса. Видите, сейчас в принципе нормально перевели, то есть именно по таймингу. Но с учетом нерфов, это будет делать проще. Потому что будет 20 секунд на перефазу. Там, кстати, кто сдох? Ой, ты как сдох? Короче, ну это я тупой, блядь. Просто там вот он висел на тебе, я думаю, ну висит на тебе, значит, еще не перевели. Я на проценты не смотрел. Хуяк он на меня поворачивается. Я прожимаю прожимку, смотрю, вы наверх побежали. И побежал, и сдох вот тут вот внизу. На уголке на этом. Кто еще сдох на перефазе? От чего тоже подох? Сдох. От чего подохли? Тоже, видать, не успели забежать. В смысле не успели, блять, я танком с ебанического этого успел убежать. Смотри, вот на первой платформе на нас кинулся Фир, и прямо на нас разлились лужи. Вот большинство РДД. Мы от этого подохли. Фир вам кинулся, потому что это... На третьем Фениксе никто не стоял. Ну вот. Смотрите, мы когда будем забегать, хилы бегут сзади, как бы танковые хилят. Шипы, если кто-то может, забегите к огню. Кстати, и сдайте им на хп один хотя бы кто-то, чтобы... Секундочку, они что, поменяли мобов, блядь, или что? Фир не должен кидаться на первом мобе, Фир только на третьем бросает. Я тебе могу сказать, третий, четвертый. Без ориентации или что-то такое. Они разбежались, Лёша, слышишь? Что? Они все разбежались, все РДД. Правильно Фарады сказал, что мы должны стоять все в ромбике, а все остальные побежали. Были назначены люди, кто бежит. Фир бросает только третий Феникс. Только третий Феникс. То есть даже когда мы сливали второго Феникса, на нас Фир не бросался. Лёш, вся РДД-зона была под Фиром.
Там первый, да, то ли дезориентацию, то ли фир кинул. Там фир. И под фир на время действия фира мы вот когда потеряли контроль, на нас разлились лужи, мы ничего не могли сделать, мы еще были под ним. Они что, поменяли, блядь, фениксов, что ли? Контроль, сейвы не работают. То есть ни тучку не мог не поражать, вообще ничего. А на какой вы платформе были, пончик? На первой. На первой нас кинул. Но на первой на меня ничего не кидалось, никакого страха. Еще раз повторяю, я умерла возле первого. Монород там стоял вместе со мной. Мы от фира не сдохли. Кто ближе стоит, тому и кидается к Фениксу. Но Монород стоял прям возле метки, как вот Лёша в обычке делал. То есть он стоял прям возле него, сейчас если он появится, он его будет бить. То есть он в мелизоне стоял. Он пишет, что на него эфир кинулся. Но не было вот этого эффекта. Если он говорит, значит, так было. Понимаете, в чем прикол? Когда мы тогда эффекта раньше... Эффекта не было, да. Нет, когда мы раньше... А дезориентация, которая была в Феникс, там не было дебафа вообще никакого. Просто нельзя было ничего нажимать, не прожимать. Ни так... Это не эфир. Да я, блядь, понимаю, Полина. Я тебе говорю, что на первом Фениксе кинулся эфир, которого, блядь, раньше тут не было. Вот в чем вопрос. Они разлетаются разные. То есть не одинаковые каждый раз, а разные распределяются. Вот в этом и проблема, типа. Походу оно так и есть, что они будут, блядь, с босса разлетаться разные и на разные платформы. То понимаешь, есть... их можно определить только лишь по их изначальному касту, потому что он, похоже, у них один единственный. То есть тот, кто кастует определенный появляется. Каст, тот и является там первым, вторым. Походу они, да, рандомные появляются. То есть тут есть фактор рандома на второй фазе, какой феникс. Смотри, я тебе сейчас скажу, получается, у третьего был какой каст, у четвертого. Ну, какой? Сейчас. Леша, я сейчас приду. Просто, понимаешь, когда мы убивали того феникса, у нас на третьем был фир. То есть смотри, у четвертого слабость была, получается. У третьего... рассеянность, да? А у первого-второго сейчас, если я тыкал по ним, то скажу. Подожди, сейчас я чекну. Ой. У меня 15 минут осталось. Не, за второго, за первого-второго сказать не могу. Получается, третий был рассеянность, да? А четвертый был слабость. Третий был ярость. Рассеянность. Ну вот у меня каст типа написано третьего, знак Феникса рассеянность. Ну, может, второй тогда ярость был. Короче, какой-то середине. Рассеянность был. Это на третьем. Да, это рассеянность на третьем, на четвертом был слабость. Значит, на четвертом слабость. Радно, рассеянность это минус 80% мах урона по Фениксу. Слабость это, блять, физурон. То есть четвертый... Ну вот слабость был четвертым, рассеянность был третьим. Но если мы смотрим слева направо, да, то бишь, с апельсина до звезды. Короче, у нас получилось так, что первый у нас был, блядь, с этим заблокированным силой рун, блядь, короче, все этой хуйни. Ну, типа, разбегаться на кемпе, это не вариант. Их нужно как-то сбить косты и паком сливать, ну... По одному мобу адаптируясь, если, ну, есть рандом, как они появляются, нужно просто адаптироваться и заполнить косты. Тут получается, да, рандом. Сбивать косты? Вот, а я его зачем сбивать? Я поставил столб света, там была ярость. Ну вот, третий рассеянность, четвертый усталость. Да, получается, усталость, получается, на первом было, ярость на втором. Кстати, ярость совпадает, понимаешь, ярость совпала. У нас и тот раз была ярость на втором. Третий у нас, получается, был на мах урон, минус мах урон, и четвертый на минус физ урон. То есть четвертый для РДД, третий для миликов, первый, блядь, заблокировал. Ну давай переведем еще раз посмотрим.
Давай еще раз переведем, посмотрим, чтобы я понимал. Да, поставь рыбу. Может, они просто поменяли, блядь, эти дебаф, ну, самих феникс. Ну, очередность. Да. Блядь, а если зачем? В смысле, а зачем добавлять косты, если их не сбивают? Проверим, что будет. Рыба стоит. И попрошу засечь таймер на крик феникса. Да, сложно. А нахуя? Посередине экрана у вас нахуя? Промежуток между ними или сам крик? В смысле, вот как вы его переводите? Я включу. Сколько первый крик? А, типа, когда мы уже поднялись, и сколько до первого фера будет времени? Нет, как только вы начали переводить босса, то есть он стал кастовать заклинание, это является началом второй фазы. Ну, как по там логике... Там 5 секунд, что ли? А разве не тогда, когда Феникс подлетает, Лёха, появляется на месте? Адмирал тут зайдет и заодно видосик запишет себе, что ему нужно посмотреть. Адмирал, я тебе скинул ссылку. Адмирал, знаешь, самое простое, это будет тут по всем твоим замерам, это просто записать видео, запись экрана, а потом уже пересмотреть. Я смотрю, Войт по-любому должен записывать, он же пишет все видео. Я менять никого не буду, во-первых, сейчас. Адмирал, нет смысла считать таймер после переходки, потому что на следующей неделе он стоит 20. Его надо считать с появления Феникса. Давайте пулять. Понимаешь, что логика, когда он начинает кастовать вот это вот заклинание, логика именно с самой игры, то, что как только он начинает это кастовать, пошла типа вторая фаза, то есть присваивается значение второй фазы. Хватит, блять, плудить уже, сказал же. Давайте пулять, Фарада осталось, блядь, 15 минут. Каску помогам. Так а чё, сейчас определились, какие люди пойдут сбивать косты-то? Все идем и смотрим, где какие дебафы. Мне не важно, косты сбивать, не сбивать, мне главное посмотреть, где какие дебафы. Каску, кулак, и сделайте скрин дебафа, который будет на вас. Сейчас я вылетел, просто зайду. Разойдите все по всем разным платформам и сделайте просто, чтобы нам понимать, не рандомно или, блядь, их поменяли, и они появляются в одном только. Если вот, если рандомно, тогда надо будет что-то думать. Все, давай это чек на вопрос. Так. Если рандомно, надо просто будет, вот они же долго кастуют каст, просто значит, как поднимаешься, кто-то анонсит, и каждый там, ты же знаешь, куда милить, к какому касту должны идти, к какому РДД, просто за время каста добежать надо и все, кому куда. Так, все, все готовы, все здесь, стали на позиционку, поехали. Войт видос пишется? Вот таргет, запоминание цели, поставишь босса, да, потом поставь. Адмирал. Потом адмиралу скинешь, адмирал. Потом уже смотрим. Все, аккуратно тут, не проебывайте косты, могут контроль. Каст пошел. Прибежали. Где-то. Все, забираю босса. Тут босс. Каст. Готовности забирай. Вводи. Все нормально, все стоит. Два моба дойдут. Все, пускай дальше доходит. Прибежали милики. Остатки. Все остальные мамы пускай с нами доходят. Там одного стопорните.
с тобой. Что, ты что, схил? Сейчас меня надо будет немножко похилить. Через 10 секунд заберу. Надо рота. Мобы. Сейчас забираю, босс. Отложу немножко. Скажи. Забирай по готовому. Вы уже вышли. Войда прохил. Ну, блядь. Я расседал тебя. Одного моба стопорнёк, и два доходит. Планета гимноманов. Все делать нет. Зубы дай там. Как готов, но вес заберет мобов контролем. Все, этот доходит. Пускай доходит, пускай. Что вы делаете? Потяните. Второй пускай доходит. Блять, третий зря нет. Нормально. Да. Этих тоже можете отпустить. Забираю босса. Джонни, выйди, пожалуйста. Залагал, что ли? Не знаю, где он стоял, я его не доставал. Это 4. Каст. Забирать Т4 сразу дам. Забирай, забирай, забирай. Мобы появятся. Мобы в контроле. А дальше отведи босса. Двух мобов. Отводи, 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 отводи. Ну ебаный бро. Законтрольте мобов, отдайте оковы там, не знаю. А, ХП дал. Скай доходит, но босса, бочку, тюнуху, босса. Это контроль. Одного моба контроль. Босс, слушай, луч, блять, выбежите. Прохил. Да, не знаю еще. Да ёбаный. Чё с хилом? Чё Джонни, блять, вылетел или что он там? Ну он, наверное, вылетел. Он вылетел, скорее всего, он поднялся на платформу и там луч стоп. Пусси поймал плед перо, я так понимаю, и все там, что танк сразу жухнет. Три моба, блядь, доходят, одного сложно, блядь, в контроль кинуть. По два моба должно босса сливаться, и будет все нормально. Жить. Долорес, хватит кайтить-то. Чё, не, блядь, ну смотри, каждый пул, типа, почти переводим. Надо переводить каждый пул, а не почти. Там, короче, есть один нюанс, Блять, набойся. После вторых мобов, слуш, только получается там как-то таймер идет, что появляется 5 слуш и 5 мобов вылазит. То есть там не вылазит полноценно 10, но только 5 мобов вылазит. Это криво таймер идет просто. То есть сначала 10, вторых мобов 10, потом 5, потом 10. И как-то хер пойми как работает.
Времени на один трай. Рыбу ставлю за один. Вот добегаем. Мне кажется, что-то сегодня урона по танкам больше идет. Два деката. Да я и по тебе что-то заметил, вроде сильнейшее. Там. По мне должно быть больше. Не, ну по сравнению с предыдущим. Не, просто предыдущие разы я босса не бил. Там просто когда я бью босса, на мне стаки накапливаются, которые по мне урон еще дополнительно хуярит. Там я предыдущий раз так делал. Сейчас я бью босса и просто набираю агро. Мне просто, ну, просто сам пойми, четверга урон по танкам на 50% меньше станет. Ебать, на 50? Хили танков будет на 50% меньше. Там лепче. Будет только хаста набираться, дополнительный урон не будет. Да, то есть скорость атаки босса будет повышаться, урон дополнительный от босса не будет. То есть, вообще заебись. Так что в четверг выдохни. 20 секунд на забегание наверх, да? Да, и 20 секунд, чтобы будет зайти в вторую фазу. Все, все здесь, все готовы. Готовность, поехали. Да, ёчи. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Каст пошел. Сейчас перебиваем. И урона никто не получит оттуда. Так. Забираю босс. Сейчас мобы появятся. Лишних мобов нет. Блять, ты серьезно? Чините ДПшку. Вожу, войд забираю. Пускай я тебя одного законтрольте. Ладно. Каст идет. Нормально, там выживу. Там два мы. Все, пускай заходит с такой переодик. Там поднимите, последний моб дойдет. Каст. 13 секунд и заберу. Забираю. Мобы в заднем. Вожу еще. Три аккорда.
Готов. Забирать? Тест. Сейчас, подожди. Все, сейчас можем забирать. Капли есть сейчас? Да, нет. Давай. Через 5 секунд. Даем. Каст. Мобов контролем, да? 20 секунд. Сакру даю. Три секунды заберу. Каст. Каст. Понимаю. Не надо, СС! Охиляйте, пианист. Мобов какой. Колокол. Скинулись таки-то 4 есть. Скажем. У тебя что, СС забагался или что? Написано готов к воскрешению. Скажешь, Лёк. Да. Ой, блядь. Забрал, короче. Иди немножко там уже. Мобы появились. Контролируйте мобы. Джонни, дайте манны. Нахуя идет, по-моему. Блядь! Пиздец. Чё, что? А кто на физпеллах-то был после того, как Женян упал? Ну, народ должен быть. Все, Лех, я уехал. В чем проблема, кстати? А он в луже, наверное, лежал, умер от лужи и боялся в лужу встать. СС же резается там же, где ты и умер. Да. А чё ты в луже? Ну он пера поймал. Получается, умер от пера, я так понимаю. Я хуй знаю. По идее, от пера там не умрёшь, но... Ну если он, если кто-то там три пера залетело, то... Ну если да, если там пачка залетела, да. За бездна выходит. Ну да, типа ему там до хера прилетело, если это разовый был урон, там да, шот типа. 50.